Всем здорова, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем с пафнутием крутить педали, пока не дали, значит, выживаем как можем. Вот параметры, на Escape нажму, все прочитайте, сид-карты в описании. Ссылка на русификатор, естественно, в описании, никогда не устану повторять, человек трудится, переводит, пожалуйста, заходим, ставим ему лайки, пишем «спасибо большое». А мы тут с пафнутием, что мы вообще сделаем? Тараканы уходят, нет? Ой, они тут пощемать решили, что ли? Вы что, прям спать будете? Будете караулить меня здесь, негодяи? Этот вообще что-то судорога, что ли? А, так, проснулся, решил поесть. Понятно, что у тебя по характеристикам на момент... Второй год у нас, день 12, второй час ночи, отдых, сытость на соточку. Сядь для расслабления, наверное. А мы пока посмотрим. По здоровью умеренная астма, боль плюс 5, работа минус 5, движение минус 20. Нехорошо. Но, к сожалению, астма у нас неизлечимое хроническое заболевание. Избавиться от него нам не удастся. По параметрам счастья, психическое здоровье, ну, в норме, потому что мы не можем испытывать нервных срывов. По проблемам, едва одетый, сейчас от этого избавимся. Мало развлечений, тоже, надеюсь, в этой серии избавимся. Дальше, спал в просторной спальне, хорошо поел, спал в удобной кровати. Ну-ка, сядь, посиди еще. Сел, расслабился, ел за столом, земные блага. Вроде неплохо. По одежде у нас есть только одна летняя обувь. По навыкам стройка на четверку, ремесло вообще на нуле, земледелие троечка, лечение двоечка, интеллект тройка, физподготовка на пятерку. Так, ты сел, ты расслаблен. Блин, а вы прям реально здесь спать собрались, что ли, да? Ну ладно, у нас есть ботинки, давай вверх еще сошьем с тобой, где тут была шляпа. Соломенная хотя бы, хотя соломы сейчас не так много. Давай бейсболочку. Это у нас 10 будет. Далее штанишки. Вот еще 30. Итого 40. И рубашку какую-нибудь. Еще 20. Итого 60. А может быть, нам с тобой хватит и на куртец какой-нибудь? Нет, на куртку нам с тобой не хватает. Ну ладно, давай начинай с бейсболки. Тараканы просыпаются и уходят. Скорпионы, вернее. А ты что делаешь, негодяй? Ты кукурузы решил поесть, да? Ну, у меня есть в запасе грядка, конечно. А вот, все, ты убежал. Хорошо. Так, давай доделывай, наверное... Пафнуть и бейсболку. Пойдем сходим с тобой за деревом. Нам стеллажи уже пора какие-то ставить. Баланс сена восстановить, интересно, нет? Новая одежда, бейсболка. Так, он ее положил. Ты ее сразу и надевай. Ой, какая хорошая бейсболка у тебя. А далее, смотри. Давай восстановим немножечко фундаментов. По-моему, вот так хватает. Я уж забыл, блин. Иди строй. Вот эти грядки собирать урожай не нужно. Пускай будут, остаются так. Сено, сено. Да, по сену мы немножечко проседаем. Сено нужно восстановить. Баланс. А еще бы небольшое количество веток не помешало. Ну ладно, иди обедай. Восстановим сено. И придется нам с тобой прогуляться. Срубай, бритва, траву. Она тут поблизости. А ты можешь? Ага, да, конечно, разбежался. Строй грунтовый пол. Видимо, за этот игровой день за деревом ты сходить не успеешь, к сожалению. Зато успеешь собрать урожай и высадить обратно посевы бритва травы.
150 единиц. И остается у нас тут еще 50. Вполне себе неплохой результат. Далее по дереву время час ночи, тебе уже спать пора. Ну а ты так и делаешь, да. Здесь 8 единиц дерева. Ну вообще неразумно его здесь сейчас срубать. По растительности. Здесь палок. Ой, 30 палок всего, так мало. На 68 осталось. Угу. Придется нам с тобой. Че у тебя тут? Сытость, отдых. Понятно. Давай-ка сходим с тобой куда-нибудь вот сюда. Раз, два, три, четыре. В каждом по 5 единиц дерева. Итого будет 20. А сколько нам с тобой нужно-то, дружище? Нам с тобой нужно штучек 25. Чтобы с небольшим запасиком. У нас тут факелов нету. По мебели чего у нас тут? Мишень для стрельбы, так ты не стреляешь. Для кресла нужен металл. Для дартса тоже нужен металл. Ладно, приятного аппетита. Вот этот урожай пока собирать не нужно. Предыдущее блюдо доел. Все, иди гулять снаружи. Ну, более-менее нормальная температура. И иди вот за этими сухими деревьями. Хотя вот тут еще есть немножко, да? Сколько тут получается? Раз, два, три. Интересно, сколько ты переносишь? 75, наверное, да, за раз? Давай вот это тоже срубим с тобой. Так. Начни нести это домой, чтобы ты по пути это тоже перехватил. Время 15 часов. Ой, у тебя с сытостью вообще проблемы, да, большие? Нужно ли нам вот это дерево сейчас? Скорее да, чем нет. 22 единички, это пара факелов. И один стеллаж. Ладно, это отменяем. Лучше сходить за палками. Ой, и сено, кстати, ты не донес еще, ты не забыл? А че ты еле ходишь-то? У тебя че за проблема? Вроде же нет никакой проблемы-то. За исключением астмы. Но ты прям медленный-медленный. Так, управляй камином. Время 21 час. Гнать тебя куда-то за палками сейчас... Идея, мягко говоря, так себе. Кстати, свет и тепло. А я не собрал урожай грибов, да? Жалко. Ну, садись, кушай. Мы пока с ребятами разместим тебе тут. Вот, наверное, здесь один факел. Однозначно. И где-нибудь возле входа. Вот так вот, чтобы освещал. Строй настенные факела. Перед сном самое то. Подожди, спать пока не ложись. Так, и копируем еще один. Вот сюда. Чтобы помещение было светлым. А теперь со спокойной души можно и спать лечь. А с утра возвести... стеллажи. Только вот есть небольшой вопрос. Хватит ли нам вот этих стеллажей с тобой? Не? Ну, допустим, хватит. Я проглазел, сколько дерева на них надо. 10 штучек. У нас 13. Да, в принципе, живем, чё? Хватает. 3 еще остается. Здесь-то факел тебе не нужен, надеюсь. Здесь встанет... А, подожди. Хранилище. Ящик деревянный. Во. Все, теперь дерево под ноль у нас израсходовано. Утро начинается не с кофе, как говорится. Делаем стеллажи. Блин, а вот факела здесь не хватает, мне кажется, нет?
Сколько у нас в деревянном ящике может вообще лежать? 4 предмета всего. Ой, да-ка в нем... Ничего себе, ну-ка отменить все. В нем может лежать и сырая еда. Я думал, он только под одежду. Давай разместим здесь головные уборы. Медикаменты не знаю, имеет ли смысл. Но пускай здесь будет одежда лежать. Садись, кушай. Возможно, еще 5 единиц дерева. Рано я все-таки этот деревянный ящик положил, поставил. Факела не хватает одного. Ладно, черт с ним, с факелом. Что ты пошел делать? Сажать? У нас тут один негодяй потрепал наши грядки. Какой нехороший. Слушай. На раз. Давай ради красоты. И ради того, чтобы... прокачать немножко твои навыки. Вот это все срежем. И, воспользуясь случаем, тоже красоты ради, разместим здесь немножко хлопка. Так, поскольку у нас сейчас 15 часов, тебе, в принципе, хватит времени... Ой, вот сюда, наверное, сходить. Давай, срубай эти маленькие лиственные кусты. Еды еще маловато, да? Ой, как хорошо и быстро ты их рубишь сейчас. Давай еще пачечку. А вот теперь переноси. Сколько? 100. Вполне себе. День получился более-менее продуктивный. Красоту на грядках навели. Палок подсобрали. Да, грядочки вообще зачет. За грядки однозначный лайк. Верблюзебры тут тусят. Ох, вас тут покромсало. Етить-колотить. Жалко, конечно, жалко. А далее. Вот этот стеллаж. Мне не нравится, что он у тебя здесь так вот. Давай-ка фильтры с тобой переназначим. Выберем необработанные волокна, ткань и кожу. Также сырую приготовленную пищу здесь храни. Медикаменты какие-нибудь, который ты будешь делать сразу после того, как сделаешь одежду. Электронные компоненты. Ремесленные материалы тоже пускай сюда складывает. Другие предметы. Незаконченные предметы. Да пускай тоже сюда кладет. Вот здесь мы назначим камень. Только камень. Здесь у нас будет лежать только дерево. Так, вот, здесь только палки. А здесь только сено. А здесь не знаю чё. Что-то будет здесь лежать-то. Ох, блин, чего? Это кто? Это что такое за толпа из Макдака, блин? А вы что такие пухлые, что вы такие злые, красные? Красный символ ярости, да? Ну вы больше розовые, чем красные. Так, а вы эти шпердушки, да? Вы газ испускаете. Как много у вас лап. И глаз. И дырдочек. Технологических, так сказать, отверстий. Так. Пафнутий, слушай, нам, похоже, придется немножечко раньше времени проснуться с тобой. Есть ли тут что, мы можем ухватить по-быстрому. Не надо ничего, рисковать не будем. Снести, иди сноси. Утро начинается, как всегда, не с кофе. Ну, вроде так не достают. Давай еще один на всякий случай. Своими короткими лапками они не должны до сюда достать.
перенеси сено и иди гуляй, отдыхай. А далее, пока ты гуляешь, вот этот вот стеллаж мы скажем тебе держать пустым. У тебя гипотермия легкая. Блин, факелов-то понаставил. Теперь вон какое все прожорливое. Может быть, даже не так, а вот так вот. Блин. Тебе прям важно сейчас доделать штаны, а мне вот бесит, что у тебя тут беспорядок. А, кепку ты уже сделал. Давай на паузу поставим вот это все. И посмотрим. Да, теперь ты будешь переносить ткань. Отлично. А, еду тоже перенеси. Молодец. Но сносить мы это не будем. Здесь будет лежать какой-нибудь строительный материал потом. Возвращайся к штанам. А то это бесштанная команда. Такое себе. Верблюзебра осталась одна. О, вон две. Ой, вот это кадр. Красота. Ну, что-то ты там жуешь. Что-то вкусненькое. Ой, ты-то посмотри, какая милота. Ну, ух, блин. Жалко, их нельзя приручать, конечно. О, ну чё? Толпа из Макдака. Как у вас тут дела? Сколько у вас? 8? А, 10. Ну и ладно, удачки. Можете и дальше тут что-то ходить, бродить. Ты реально кушать сел? У тебя обед? Доделай штаны, дружище. У нас вообще нету одежды с тобой. А та, которую ты надел, уже портится. 90 и 93%. У нее еще есть загрязненность. Этот параметр вообще работает? Наверное, при освежевании и так далее. Молодец. Первые штаны готовы. Сразу их надевай. Отлично. Теперь штаны убираем отсюда. Ставим курточку. 10 тканей у нас остается. А мы тебе ничего больше сделать-то и не можем. Только вот рубашку. Нет, можно, конечно, свитер попробовать. А, ну ты уже начал куртку делать. Это будет как незаконченный предмет. Сколько ты будешь делать рубашку? 8 часов. Ничего себе. Так много. Эй. Ну ты не балдей-то, ты чё? Загубишь мне всю красоту мою. Чё, прям настолько вкусная? Вкуснее, чем я? Ой, я вот так бы не хотел шутить снова. Вдруг они прыгать или летать умеют. Да ну тебя, блин, хорош грызть гиптогонию. Чё мне потом выходить, тратить время, выращивать ее заново? Фу, таким быть. Толстым и загазованным. Фу. Пафнутий крафт приостановил. Решил покемарить, но у него это по расписанию. Хорош там возле грядок шастать, эй. А чё у него, кстати, вообще 2 часа отдыха, да? В 9 часов он должен быть готов работать дальше. Ну и чё ты с гиптогонией тут делаешь? Ух, ничего себе, обломки космического корабля. Это вот эти? И они как один обломок, да? Жалко. Ой, всё, всё. Где-то Биг Мак приготовили, да, судя по всему? Ты и кактусы жрёшь? Ну, какой-то ты ненасытный. 1 из 10. Так, Паша, давай подумаем. А, ты проснулся, поел. Сейчас погуляешь, расслабишься и... Доделывай рубашку. Чтобы вот этого не было, едва одетый. Давай, шей. Сколько там тебе осталось? 60-70% уже, значит, 30 осталось.
А, подождите, так не все негодяи-то ушли. Нифига ты ее высосал. Тебе не жирно? Так вас два таких дурачка. Один на кактус, второй на гиптогонию. Так это надо каптусы. Ох, какое слово-то сложное оказалось. Кактусы-то надо изучать, пока они не сожрали все. Вдруг кто-то придет особенно голодный. Да, кстати, к слову, вдруг кто-то придет. Ремесло улучшили мы до двух. Новая одежда, рубашка, надевай ее сразу. А возводить постройки пока новые не нужно. Хотя, че, он же уйдет потом. Блин, очково. Ну ладно, начинай пока. Подожди, стройка у тебя должна быть в приоритете. Да, все верно. К слову о разнообразии и тому, кто к нам придет. Все может плохо кончиться, потому что раньше были скорпионы. Теперь вот какие-то дутики у нас. А, все, он исчез. Соответственно, неизвестно когда появятся летуны. А мы еще не готовы. Мы, конечно, обустроили себе... более-менее, что за тут за фигня с тенями была, более-менее комфортное жилище для того, чтобы начать исследовать всякое разное, технологии в частности. Не удается достичь грунтовой пол, строится. А что ты все время носишь? Ты иди дострой сначала нормально. Фигней какой-то занимаешься. Туда-сюда ходишь, по одному носишь. И может урожая сегодня соберешь. Чуть-чуть. Ты прям кушать хочешь? Да не, перед сном поешь. Иди засаживай гиптогонии, вот с этих урожай собери, заноси домой. Кушать и спать. Ой, тут прям полыхает, да, смотрите. Неплохо. Блин, я же тебе сказал, иди сажай. Ты чё? Пардон. Сена пока хватает. Не хватает еды и палок, да? Блин, а чё ты это поле-то не сажаешь? Ну, собери тогда урожай, я не знаю. Чё, поле забаговалось, да? Давайте его уменьшим. А потом увеличим. Обратно. Странно, что-то какие-то у меня неполадки с управлением в игре. Но это не страшно. Ну, блин, а почему он поле не сажает? Интересные дела. Еще соточка еды есть. Это хорошо. Но с этим полем что-то нездоровое происходит. И ты чё, сможешь поспать у нас пару часов, да? Я слишком надолго тебя задержал. Да не. Ну, блин. Я запутался с тобой. Давай, иди. Поспи чуть-чуть. Хотя бы до 13. Потому что нам с тобой нужно будет что сделать? Скоро поспеет первый урожай ткани. Можно будет частично собрать, да? Между исследованиями. Чтобы сделать себе куртец какой-нибудь. Допустим, вот этот. Кстати, с этими вещами у тебя что? Холодостойкость выше 3? А куртка насколько повышает холодостойкость вообще? На 4 градуса. Но пальто-то на 8. А? Пальто. А делается оно тоже время. Ой, ну группа включает в себя и ткань, и кожу. Етить, колотить, а? Так, все, просыпайся. Туши камин. Давай с тобой за веточками сходим. Приятного аппетита тебе в обед. Так, что у нас? Сено есть? Это есть. Ну да, ветки было бы неплохо. Какое-нибудь вот такое количество. 60, 70, 80.
срубай. Так. Кожа нужна. А кожа это каракожник, да? Вот это вот сиреневая лабудень. Потратить, что ли, на него время? Ну, блин, ребятушки, с одной стороны, согласен, что нужно, согласен. С другой стороны... Блин, с другой стороны, металл. Сколько ты можешь перенести за раз? А, все 80. Ну и замечательно. Металлолом, металл, вот эти все дела. Без турелей мы откиснем просто за серию, если летуны эти нападут. Что нам нужно для электричества? Давайте-ка пораскинем мозгами, значит. Так, это все не здесь. А, я не могу ничего открыть. Ой, громоотвода еще. Ничего себе. Посадить ты решил сейчас? Гиптогонию? А ты помнишь, что у тебя по графику сон? А, ты только одну захотел посадить? Ну тогда и вторую уже сажай. Не иди спать. Странный ты временами, Пашка. Ух ты, это что такое за верблюзебрыный апокалипсис? Верблюзебрыжный? Почему вас так много здесь стало? Капец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь еще сколько? И вас гоняют, да, M&M's? Но это моя охрана, да. Знакомьтесь. Так, вот эта вот штука тоже, по-моему, нам критична. Ее нужно тоже изучать для электричества. Но это все, по крайней мере, рядом. И каракожник, и вот это вот остроконечное красное растение. Как бы нам с вами расставить свои приоритеты так по-грамотному-то? Без кожи мы не сможем делать одежду. В принципе, можно же ходить и в свитере, а не в пальто просто, да? А не в куртке. С другой стороны, куртка даст нам что? Отклонение тупой, колющей. А, ну тут совсем малая, маленькая защита. Это, конечно, не броня. Да, наверное, вы знаете, такое количество исследований нам сейчас не под силу столько времени тратить. Пафнутий бездействует. Ну, я понимаю тебя, потому что я без понятия, что нам сделать. Вернее, я понимаю, что нам нужно делать в принципе. Но что делать в первую очередь? У нас и дерева-то нету. Хотя бы, чтобы сделать эти антибиотики, да пару бинтов. Кстати говоря, пока я думаю, сколько там нам нужно на один бинт? 4. Ну иди, сделай один бинт, что ли. Черт с ним, давай. 2. Так... Вот и утро, кстати, я не знаю. Ну, чуть-чуть камня набрать. Два осталось, да? 2 единицы ткани. Может, мы ее разобрать как-то можем выбросить? Нет? Это что, место занимает только? Угу. 4 бинта есть. Хе-хе, первые медикаменты. Антибиотики, антибиотики. Для них нужно дерево. Мы еще ничего не изучили при этом. Я знаю, слышь, что, Паш, иди попробуй собрать ресурсы из обломков космического корабля пока что. В теории это первый наш металлолом, соответственно, это хотя бы громоотвод. Вот сюда куда-нибудь его воткнем. Пусть будет. А также... У нас есть камень. Да, мы изучим горн и, возможно, переплавим еще. Так, да. Первый металл, если сейчас будет металл, давайте глянем. Ну, ох. Синтетическая ткань. И вот что она мне сейчас будет место занимать, что ли? Перенеси ее и иди обратно. Собирать ресурсы, да. Я тебе даже вручную назначу на эту активность, чтобы ты закончил это все дело. Вот этот фундамент лишний, его потом снеси.
Так. Блин, синтетика, серьезно? Вот куда тебя вот сейчас? Вот ты вот ячейку целую занимаешь тут. Понимаешь ли, а? Так. Ну, надеемся, что сейчас будет металлолом. Отлично. 26 единиц металлолома. Это хорошо, потому что мы сразу можем поставить вот здесь вот громоотвод. И хотя бы от грозы мы уже будем защищены с вами. Громоотвод можно построить и утром, поэтому приятного тебе аппетита перед сном. Ночной дожор в 3 часа ночи. И ложись-ка ты спать. Предварительно разожги камин. Молодец. А, палки на ближайшее время есть, сено есть, камень, по-моему, на горны нам сколько там нужно, давайте глянем по-быстрому. Обработка металла, горн стоит 20 камня и 10 веток, хватает. Что у нас изучено? У нас изучено громоотводы, портняжное дело и основы строительства. Угу. Обработку металла нам нужно изучить, производство антибиотиков затем. По поводу извлечения масла, я думаю, рановато. Но без масла мы не сможем сделать топливо, соответственно, мы не сможем изучать дизельные генераторы с вами. Так, хорошо. Отправляйся на прогулку. Мы можем сейчас собрать... Ой, грибы, серьезно? А чуть-чуть не созрело. Эх, как нехорошо-то. Вот здесь вот индикатор поставлю, чтобы... Вот здесь вот галочку. Чтобы когда созреет, мы не проморгали. Подожди! Дожди, дожди. А, собери урожай шлепоцветов. Песчаная буря, ничего себе. Пускай у нас будет с тобой небольшое количество пищи. И теперь, как я помню... Не понял. В мебели эта штука, что ли? Агрессивные животные. А, посади поле сейчас. Тоже жрут кактусы потихонечку, да? Негодяи. Так, и перенеси эти грибы до дома. Все возьмешь? Молодец. Подожди секунду. А, вот этот кусочек что не посадил? Переноси шлепоцветы. А, так. Эту задачу пока отменяем. Ага, шлепоцветы перенес условно до середины пирса. Переноси грибы. 85 единиц. И строй сразу громоотвод. Вдруг гроза начнется, чтобы наши постройки не поломало. Управляй настенными факелами. Это у нас все есть. Было бы еще супер, если бы ты перед приемом пищи занес вот это сено домой. Так, а зачем я его каждый раз заношу? Ведь когда оно здесь лежит, ему не приходится его брать со склада, когда он строит пирс обратно. Интересная фигня, да? Так, управляй факелами, делай, что хочешь. Внутри температура 35, приемлемо. А ты у нас можешь терпеть ниже 43. Хорошо, кушай и ложись спать, отдыхать. А я почему-то не вижу здесь... Серьезно, ты урожай хочешь собрать? Не надо пока что, не надо. Если тебе нечего делать, ложись, отдыхай пока что. Что-то я не понял, ребятки. Когда мы изучили шлепоцветы, нам сказали, что нам открылось... А, вот, грибной факел. Светится при засеивании шлепоцветами. 10 единиц он стоит. Блин, а у нас камня 35. Но было бы на 5 больше, было бы же лучше. Ё-моё, вот, зерно созрело. Отлично. Да серьезно?
Вы и зерно кушаете, и грибы, а вам не жирно? Точно надо турели ставить, мужики, да, это прям must have. Грибной факел у нас светится. Дома мы где его можем поставить? Да вот здесь где-нибудь. Но нам тогда не хватит на горн, когда мы его изучим. Но мы же сможем за ним сходить, за камушком-то. У нас где есть тут поблизости? Прямо тут поблизости нигде нет. А вот тут вот есть. Да, нормально. Давай, ставь. Может быть, ты будешь любоваться этим факелом? Вот, и тогда оценить оценивает грибной факел. Да, нормально, это тоже активность. Украшение плюс 18. Слушай, по настроению у тебя уже прямо... Мы выходим, да, выходим в плюс. Так, ну а теперь, дружище, ты куда пошел? Что ты хочешь делать? А, ты просто хочешь погулять? Ну так-то песчаная буря, пылью дышать такое себе занятие. Или ты хочешь посмотреть на немощных тараканов? Куда ты пошел? Бегство от опасности? Странно. Иди перекуси, вернее даже так. Иди приготовь овощной суп. Один из шлепоцветов. И скушай его. Новый ресурс. Да, разнообразие пищи подъехало. Хотя я не уверен, что это именно разнообразие пищи. Потому как мы едим ее либо сырую, либо рибу. Либо рисовую вот эту вот овощную рагу, то есть. Ты хочешь собрать урожай? Нет, ты не хочешь собрать урожай. Ты хочешь исследовать обработку металла. И вот прямо сейчас ты хочешь ее исследовать. 12 часов, а к 2 часам ночи он, по идее, должен закончить, правильно? Всего ему должно хватить. Отлично. Обработка металла у нас исследована. А, подождите, у меня все плохо с арифметикой, что ли? У меня было 35 единиц камня, я построил за 10. Да, у меня все плохо с арифметикой, ребята. Не обращайте внимания. Иди перед сном горн построй. Кушай на ночь, ложись спать, да. Молодец. Проснулся. Давай сразу кушай сладкий сироп. Заправляй горн. Плавить сплавы металла из лома. Управляй настенными факелами, а я тебе пока что размечу вот такую вот историю. Начинай. Возводить эти постройки, пока он там спал и так далее. Подожди, ты что, с ума сошел? У тебя же вот грунтовый пол. Зачем ты куда ты это все понес? Какой ты иногда странный, блин. Пока он, в общем... строит, и ночью, пока он отдыхал, созрел хлопок первый наш. В принципе, неплохо было бы и обе грядки зерновых початков созрели, а также сено. Сено мы пока что не трогаем. Давайте возьмем зерновых початков с вами. Не удается достичь грунтовый пол тебе до сих пор, серьезно? Куда ты переносишь? Ну куда ты переносишь-то? Давай, строй пол. Ух, какой ты, Пашка, странный временами. Иди попробуй зерна собрать. Получается у тебя? Да, нормально. А, только перед этим... давай немножечко с тобой... посади поле шлепа... Чего?
Я не знаю, что с этими грядками не так, но он их не хочет собирать. Так, сотка есть. Высади то, что собрал. Чем быстрее посадим, тем быстрее вырастет. И переноси. Не полностью засадил, конечно. Ну ладно. 109. Нормальный первый урожай. Слушайте, а вы что тут? У вас прям тут зоопарк целый. Как вас много. Мне это нравится. Подожди, стой. Я надеюсь, ты не стал кушать зерно. Не стал. И шлепоцветы тоже не трогай. В пищу их не употребляй. Это все может плохо кончиться. Так, далее. Мы можем поставить с вами кресло. Для этого нам нужно собрать ткани. Или, может быть, лучше дартс. А может быть, лучше его любимую активность исследуем. Где они тут? Музыкальные инструменты? Ханг, вот этот вот барабан невнятный как раз, 10 единиц металла и стоит. Столько, сколько у нас сейчас его и есть. И в эту серию мы должны уложиться это сделать. Или соберем еще чуть-чуть зерна. Так. Ну что у нас тут на полках-то? Да нет, на полках у нас нормально. Слушай, сено, ветки и бла-бла-бла, это все имеется. Давай за эту серию план выполним. Изучим с тобой. Закончи производство антибиотиков, пожалуй. А затем музыкальные инструменты. По-моему... Производство антибиотиков нам откроет в крафте, ну да, деревянная или металлическая бродильная бочка. Не надо ничего собирать, изучай музыкальные инструменты. Блин, а урожай-то перезреет. И это будет беда. Но у нас на первые антибиотики имеются ресурсы, правильно? И даже бинты. Поэтому вот это мы выделяем. Давай только разве что с тобой... в обед как раз соберем чуть-чуть урожая вот этого вот. Тканецвета принесем. Потом сядешь, покушаешь и продолжишь исследование. Потому что на мебель нам как раз нужно будет ткань. Стой. 20, 30, 30. Итого 80. Плюс у нас там двоечка имеется. Давай, хорош. Урожай пока не собирай. Места на полках не так много. Высаживай то, что срубил. Не-не-не-не-не. Сначала до высади, потом забирай ткань и иди кушать. Так, переноси ткань. Вот и молодец. Вот и замечательно. Покушает, и уже и отдыхать пора, да? Ну, сколько времени по максимуму в этом дне игровом мы еще сможем уделить, мы уделим исследованиям, конечно. А, судя по всему, уже 8, уже и нисколько мы времени не уделим исследованиям, ну хотя бы часик давай. Пока держимся, ребят, крутим педали, смотрите за эту серию и горн, и громоотвод, и первый металл, и сплавы, какое дивное у нас тут украшение появилось, еще и светящееся. Оделись, наконец-то. Синтетика, правда, вот, ну, с одной стороны, хорошо, что она появилась, с другой стороны, етить-колотить, зачем она нам сейчас нужна? Ни туда, ни сюда, ни в Красную Армию, так сказать. Первый урожай зерна мы пустим с вами на антибиотики. Че, все, спать пора? Да, давай, спокойной ночи. А здесь нужно было, конечно, заставить его все-таки довысадить. То как-то некрасиво получается.
И на что? На бродильную бочку нам нужно 25 единиц дерева или металлолома. Металлолом точно на бочку не будем использовать, потому что дерево мы можем хотя бы вырастить с вами, а металл у нас в довольно ограниченном количестве здесь, и то не факт, что попадется именно он. Итого, по надобностям. Что ты делаешь там, спишь еще, что ли? Блин, давай, просыпайся, кушай. Сок вот этот вот сладкий ешь. Далее, 25 дерева как минимум на бочку. Интересно, где я ее тут расположу-то? Ну, может быть, здесь поставлю. По мебели нам нужны с вами будут музыкальные инструменты, которые мы сейчас изучим. Это 10 сплавов металла. И тогда он у нас в теории будет обалдеть как счастлив. Потому что мы уберем одним музыкальным инструментом вот эту вот графу «мало развлечений». Немного больно мы никак не уберем, а вот недостаточное разнообразие еды. Слушай, Пафнутий, если я буду готовить тебе, вернее, если ты сам будешь готовить и зерновую кашу, и, допустим, вот это вот грибное рагу, оно же у тебя испортится быстрее, чем ты его съешь. Что ты пошел делать? Факелами управлять? И камином? Блин, а палочки-то быстро уходят. Зато тепло, да? Ой, говорю, тепло, светло. Не-не-не, ты изучай посадки потом, чуть попозже. Все равно придут насекомые, все сожрут. Спелое, неспелое, и нам с тобой придется заново сажать все дело. Ну и в принципе, что мы имеем-то? Жилище облагораживается, ресурсы пока что копятся. Мы на пути к турелям. Мы уже можем плавить металл. Угу. Однако нам не хватает, да, музыкального инструмента однозначно нам не хватает. Музыкального инструмента. Блин, ведь я вот на кресло так смотрю и думаю, а может оно и не надо? Да? Мы его хоть куда сможем воткнуть-то? Вот сюда мы его сможем воткнуть. Оно синее, ничего себе. Я думал, они разных там цветов. Ой, гиптогонии не надо пока собирать, подожди. Так, ну подожди, тут же осталось совсем чутулю. О, хорош, исследовано музыкальные инструменты. Теперь входим во вкладку мебель, выбираем ханг. И куда мы с тобой его сейчас воткнем-то? Я предлагаю... А тут и некуда. Вот как-то вот... Если здесь условно будет кресло, пускай барабаны будут тут. Иди, наверное, сразу их и строй, эти барабаны. А потом спи. О, хорош, Пафнутий, молодец. Второй год, день 24. Держимся, крутим педали в надежде, что у нас все получится. Темпы выживания мы наращиваем. Вот это для красоты отключу. Темпы выживания наращиваем, потихоньку исследования. Заметно проседают у нас, быстро расходуются теперь палки. Голодные вредители, 61 членистоногая нелепость. Это голодные вредители, то есть они будут кушать посевы наши, да? Ой, да и ладно, новые высадим, это не страшно, главное, чтобы нас не покромсало. О, Пафнутий играет на ханге. Хорош. Играл музыку плюс 18. И любимое занятие плюс 6. Блин.
по-прежнему мало развлечений. Пафнутий, ты чё? Неужели придется еще кресло ставить тебе? Ну вот как раз синтетическое и забабахаю. Ладно, садись кушай, приятного аппетита, я пока с ребятками попрощаюсь. На сегодня серию, пожалуй, мы закончим. В следующий, какой у нас план-барабан ориентировочный будет? Это наращивание объемов металла, чуть-чуть веток собрать. По-любому голодные вредители что-то сожрут, нужно будет восполнить грядки 100%. Так, по одежде все в порядке пока что, и будем по мере сил заниматься исследованиями. Да, будем идти к турелям долго, упорно, во что бы то ни стало. Мы с Пафнутием выживем и обязательно пройдем этот челлендж до конца. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра.